Спектакль «Надежда Рихтер. Жить, верить, любить». Надежда Михайловна Рихтер – выдающаяся личность, яркий представитель своего времени, родилась в Пензе в 1845 году. Неравный брак, тайная любовь под прессом общественного мнения, отмена крепостного права, основание учебного комплекса для крестьянских детей и будущих учителей, свержение самодержавия и казнь царской семьи, события, сквозь которые выпало пройти замечательной женщине, педагогу и человеку, события, ставшие ее судьбой, легли в основу спектакля Московского театра «На песке» «Надежда Рихтер. Жить, верить, любить». В спектакле принимают участие артист-режиссер Алексей Ермаков, актриса Анастасия Мунина, композитор и пианист Евгений Соколовский, мастер песочной анимации Екатерина Шефер. Спектакль «Надежда Рихтер. Жить, верить,